нас 19 сентября. Вот мы приехали. У нас загон тут корчинских телят. Телиц, которые еще не познали быков. Вот так получилось, что перемешались нашего стада потеряевского. Быки прибежали и одна телочка. Вот сестра Людмила Инчук пришла за своей теленкой, телицей. Это все вот сейчас. А вот бык стоит один. Вот. Вот, вот он бык стоит. Ну это только барабан. Дека, иди сюда. Дека. Ну а смотри, сколько там один. Дека, иди сюда, там не проявочка. Иди сюда. Дека. Где? Лежит-то который? Вот, да. Нет? Да нет. Смотри, ты есть там. Ну подними. Ей здесь понравилось, наверное, больше. Да оставь ее того. А, бессовестная. Бессовестная. Смотри на камеру. Ах ты бессовестная. Кусаешься? Они такой экзотики не пробовали еще. Понятно. Тоже хочешь? Хозяин не разрешает. Что-то сразу все пошли. Людмила, к тебе идут. Надо по одной. Сейчас по одной надо. Ворота.
она от них, и быки следом за ней. Табун, как увидали, они ее и бросили, и в табун. И она одна, она же не побежит одна по полю получить, если так. Я запомнил, да? Вот гоняю пёлочку и быки тут еще. Вот они. Где я увидел это? Пошла, давай, домой. Давай. Да, не просто. Вот он, вот. Еще. Тут два входа перекрыть. Ребята, подходите ближе, не давайте ее вернуть. Ближе, подходите. Ш-ш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 -
Не просто дело. Все. Один за воротами. Два уже. А что получается, быков больше тут? Три. Красный. Отталкивай, еще один бык. И у меня там бирку даже не видно. Даже на ушами отвечает, получается. Все-все. Лево дышь.
елка осталась. Людмила, ты видишь ее? Нет? Так, где она, сестра? Вот она. Вот, хвост в репке. На другую. Что надел? Нет. Все, готово. Так как вы готовы? Держи. Так она петля-то не затягивается. Затягивай. Что, только два быка выгнали? Почему, все вроде? Слава Богу. Ну все, слава Христу. Отогнали вон четверо быков и одна телочка. Вот Людмила идет, сопровождает брат Никита. Я еще, там батюшка остался еще с этими. Сейчас подъедет на машине. Сейчас их потихонечку прогоним с Божьей помощью. Во, видимо, уже подмога. Попросили на лошади, видимо, чтобы он отогнал его тоже побыстрее домой. Сейчас. Так можно пасти. Не то, что мы пешком ходим, бегаем за ними. Сейчас он скорость ему увеличит. Ну чё, брат, охота такую, да, лошадку-то? Ну все, они курс поняли. Thank you.
Ну все, спаси Христос вас. И вам того же. Ну все, слава Богу за все. Дальше вдоль столбов. Четыре быка и тёлка. Там видно крышу, где я стою. Блестят. Иосифа Густинова дом. Дождь начался вот сейчас вот. Там вот видно. Дачка едет. Меланчук. Ну все. Слава Богу за все. Аллилуйя. Братом Никитой пришли с Корчино. Стойбище, где там было. Вон там домик видно, вон он, где коровы у них телятах стоят. Вот сейчас Александру передали его из рук в руки. Все, он погнал их в стадо в общее. Вон они пасутся, овечки, коровы. Вот это на клеверном поле у нас называется, клеверное поле. О, корова сразу. Смотри, коровы все пошли навстречу сразу. Потеряли своих. О, вон они тут. Гуляки наши. Четыре быка и одна тёлка. Вот так вот. Вон брат Никита у нас. Батюшка уехал с Людмилой уже. Все, мы тут потихоньку вдвоем догнали с Божьей помощью. Сейчас немножко засниму, что у них будет за встреча. О, радость-то сколько! Yeah.